405, слово второе. Что позволительно употреблять силу хитрости на добро, и что даже нельзя и называть ее хитростью, а некоторую похвальную предусмотрительностью. Об этом можно было бы говорить еще больше. Но так как для доказательства достаточно сказано, то было бы обременительно и скучно, без нужды распространять речь об этом. Остается тебе самому подтвердить, действительно ли послужил к твоей пользе совершенный мною поступок. Василий сказал: «Какая же произошла для меня польза из этой предусмотрительности или благоразумия, или как иначе угодно тебе назвать это, по которой я убедился бы, что я не обманут с тобою?» Иоанн: «А может ли что быть, — сказал я, — важнее той пользы, как оказаться исполняющим то, что служит доказательством любви ко Христу, по словам самого Христа?» Обращаясь к Верховному из апостолов, он говорит: «Петр, любишь ли меня?» И когда тот исповедовал любовь свою, он прибавляет: «Если любишь меня, паси овец моих». Учитель спрашивает ученика, любим ли он им, не для того, чтобы самому узнать это, ибо может ли не знать испытующий сердца всех, но чтобы научить нас, как он печется о пасении этого стада. Если же это очевидно, то будет также ясно и то, что великая и неизъяснимая уготованная награда, принимающая на себя тот труд, который дорого ценится Христом. Если и мы, видя людей, пекущихся о наших слугах или стадах, принимаем такое попечение их за знак их любви к нам, хотя все это приобретается за деньги, то стяжавши себе это стадо не деньгами, не другим чем, но собственной смертью и вместо цены давшей за него кровь свою, каким даром вознаградит пасущих его? Посему, когда ученик отвечал: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», и призвал самого любимого в свидетели своей любви, то Спаситель не остановился на этом, но указал и самый знак любви. Ибо он хотел показать тогда не то, сколько Петр любил его, это уже из многого было известно нам, но сколько он сам любит церковь свою и благоволит научить и Петра, и всех нас, чтобы и мы прилагали великое о ней попечение. Для чего Бог не пощадил единородного Сына Своего, но предал Его? Для того, чтобы примирить с собой людей, находившихся с Ним во вражде, и сделать их народом избранным. Для чего Сын Божий пролил кровь Свою? Для того, чтобы приобрести тех овец, которых Он верил Петру и его преемникам. Не без причины Христос говорил: «Кто верный раб и благоразумный, которого Господин поставил его над домом своим?» Опять слова имеют вид недоумения, но произносивший их не имел недоумения. Как спрашивая Петра, любим ли он им, он спрашивал не потому, чтобы имел нужду узнать любовь ученика, но чтобы показать чрезмерность своей любви. Так и здесь слова «Кто верный раб и благоразумный?» он сказал не потому, что не знал верного и мудрого раба, но желая показать, как редки такие рабы и как важно это управление. Смотри, какова и награда над всем имением своим поставит его. О священстве. Второе слово. Еще ли будешь подозревать меня в том, будто употреблена недобрая хитрость с тобою, имеющим блюсти все достояние Божие, совершать то, за исполнение чего, как сказал Христос, Петр мог превзойти прочих апостолов? Петр говорит: «Христос, любишь ли меня более, нежели они? Паси овец моих». Он мог бы сказать ему: «Если любишь меня, подвязайся в посте, спи на голой земле, бодрствуй непрестанно, защищай притесняемых, будь сиротом вместо отца и матери, матери вместо мужа». Но теперь оставив все это, что он говорит? «Паси овец моих». То, что выше я сказал, легко могли бы исполнить многие из посомых, не только мужи, но и жены. А когда нужно предстательствовать в церкви и взять на себя попечение о столь многих душах, то весь женский пол и большая часть мужского должны устраниться от этого великого дела, а выступить те, которые много превосходят всех и столько превышают прочих душевной добродетелью, сколько Саул превосходил весь народ еврейский высотой тела. Или еще гораздо более, ибо здесь не мера только телесной величины должна приниматься во внимание. Но сколько одаренные разумом люди отличаются от бессловесных, такое же должно быть различие между пастырем и посомыми. Даже можно сказать и более.
так как находится в опасности гораздо важнейшее. Кто погубит овец, которых или волки расхитят, или разбойники разграбят, зараза, или другой какой несчастный случай истребит, тот, может быть, получит себе некоторую пощаду от господина стада. Если же и потребуется от него отчет, то ущерб будет только в деньгах. Но кому верены люди, это разумное стадо Христово, тот, во-первых, погибелью таких овец наносит ущерб не имуществу, а душе своей, а затем и подвиг предстоит ему гораздо важнейший и труднейший. Он борется не с волками, страшится не разбойников и заботится не о том, чтобы отвратить заразу от стада, но с кем у него война и с кем борьба? Послушай блаженного Павла, который говорит: «Брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Видишь ли, страшное множество врагов и свирепые полчища, вооруженные не железом, но имеющие достаточную силу в самом существе своем вместо всякого оружия. Хочешь ли видеть и другое войско, дерзкое и жестокое, которое нападает на это стадо? Можешь увидеть и его с той же самой высоты Священного Писания. Тот же, кто сказал нам о первых, указывает нам и этих врагов в следующих словах. Галатам 5:19. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И другие многочисленнейшие. Ибо не все он исчислил, но предоставил поэтому заключать и о прочем. Притом у пастырей бессловесных, намеревающиеся разграбить стадо, когда увидят, что страж обратился в бегство, оставляют борьбу с ним и довольствуются расхищением стада. А здесь враги хотя бы захватили все стадо, и тогда не отстают от пастыря, но сильнее наступают и более свирепствуют. И не прежде прекращает борьбу, пока или его одолеет, или сами будут побеждены. Кроме того, болезни у овец бывает явно. Голод и то, зараза ли, рана или что другое, причиняющее вред. А это немалое способствует к излечению болезни. Есть нечто и другое, важнейшее, что ускоряет здесь исцеление от болезни. Что же именно? Пасущие овец могут с полной властью заставить их принять врачевство, если они добровольно не хотят этого. Когда нужно прижечь и отсечь, то легко могут и связать их, и не выпускать долгое время, если это полезно, и дать пищу одну вместо другой, и удержать от питья и все прочее, что только найдут полезным для здоровья животных, они могут употребить с великим удобством. Но болезни человеческие, во-первых, нелегко видеть человеку, ибо никто из человеков не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Как же можно употребить лекарство против болезни, не зная ее свойства, а часто не зная того, болен ли кто или нет? Если же болезнь открыта, тогда врачу еще более предстоит трудности, потому что он не может с такой же властью лечить всех людей, с какой пастух овцу. И здесь бывает нужно связывать и удерживать от пищи, прижигать и отсекать. Но чтобы принято было врачевание, в этом власти не тот, кто предлагает врачевство, а кто страдает болезнью. Зная это, и тот дивный муж Павел говорил коринфянам, что верой вашей мы не желаем над ней господствовать, обладать, но как поспешники радости вашей. 2 Коринфянам 1:24. Христианам преимущественно перед всеми запрещается насилием исправлять впадающих во грехи. Внешне языческие судьи, подвергая преступников суду по законам, показывает большую власть над ними и против воли удерживает их от их навыков. А здесь должно исправлять грешника не насилием, а убеждением. И законами нам не дана такая власть к удержанию грешников. И даже если бы и дана, мы не могли бы воспользоваться этой славой, так как Бог награждает тех, которые воздерживаются от пороков по доброй воле, а не по принуждению. Посему требуется много искусства для того, чтобы страждущие убедились добровольно подвергнуться врачеванию от священников, и даже чтобы благодарили их за врачевание. Если связанный освободит себя от уз,
ибо он властен на это, то увеличит свое бедствие. Если презрит слова, рассекающие подобно железу, то этим пренебрежением прибавит себе новую рану, и средство врачевания сделается причиной тягчайшей болезни. Ибо с принуждением и против желания больного никто не может лечить его. 408. Что же делать? Если легко поступить с тем, кто нуждается в сильном врачевании, и не глубоко разрезать рану тому, кто имеет нужду в этом, то рану частью врачуешь, а частью нет. Если же без пощады произведешь надлежащее рассечение, то больной иногда может, не вытерпев мучения, вдруг отвергнуть все лекарство и перевязку и устремиться в пропасть, сбросив иго и разорвав узы. Я могу указать на многих, дошедших до крайней степени зла, потому что на них было наложено наказание, соответствующее их грехам. Определять наказание по мере грехов должно не просто, но соображаясь с расположением грешников, чтобы, зашивая разрыв, не сделать большей прорехи и стараясь поднять падшего, не причинить еще большего падения. Немощные, расслабленные и наиболее преданные удовольствиям мира и притом превозносящиеся своим происхождением и властью, если будут отклоняемы от грехов своих постепенно и мало-помалу, могут, хотя и несовершенно, то по крайней мере отчасти освободиться от обладающих ими пороков. А если кто вдруг предложит им вразумление, тот лишит их и малейшего исправления. Душа, если принуждением хотя раз будет приведена в стыд, впадает в нечувствительность, и после того уже не слушается и кротких слов, не преклоняется и угрозами, не трогается и благодеяниями. Но бывает гораздо хуже того города, который, порицая, пророк говорил: «Лицо жены блудницы у тебя не хотело постыдиться во всем» Иеремия 3:3. «Посему пастырю надобно иметь много благоразумия и много очей, чтобы со всех сторон наблюдать состояние души. Как многие приходят в ожесточение и предаются отчаянию в своем спасении, потому что не могут переносить жестокого врачевания, так, напротив, есть и такие, которые, не получив наказания, соответственно грехам, предаются беспечности, становятся гораздо хуже и решаются грешить еще больше. Итак, долг священника – ничего такого не оставлять без испытания, но по строгом исследовании всего употреблять соответственные меры со своей стороны, чтобы усердие его не осталось тщетным. И не в этом только можно видеть трудность его деятельности, но и в присоединении к церкви отделившихся от нее членов. Стадо идет вслед своего пастыря, куда он поведет его. Если же какие овцы уклонятся от прямого пути и, удалившись от хорошей пажити, будут блуждать по неплодным и утесистым местам, то ему следует только закричать сильнее, чтобы опять собрать отделившихся и присоединить к стаду. А если человек совратится с пути правой веры, то пастырю предстоит много трудов, усилий и терпения. Человека нельзя ни силой влечь, ни страхом принуждать, но должно убеждением опять приводить к истине, от которой он раньше отпал. Посему нужна душа мужественная, чтобы не ослабеть, чтобы не отчаяться в спасении заблуждающихся, чтобы непрестанно и мыслить, и говорить: «Бог дал нам покаяние, чтобы пришли все в разум истины и восстали, избавились от дьявольской сети». 2 Тимофея 2:25. «Посему и Господь, беседуя с учениками, сказал: „Кто верный раб и благоразумный?“» Подвязающийся сам по себе приносит пользу одному себе, а польза от пасторской деятельности простирается на весь народ. Раздающий деньги нуждающимся или каким-либо другим образом помогающий притесняемым приносит некоторую пользу ближним, но настолько меньше священника, насколько тело ниже души. Поэтому справедливо Господь сказал, что попечение о его стаде есть знак любви к нему самому. Василий. «А ты разве не любишь Христа?» Златоуст. «Люблю и никогда не перестану любить, но боюсь, чтобы не оскорбить любимого мною». Василий сказал: «Может ли что быть темнее этой загадки? Христос повелел любящим его пасти овец его, а ты отрекаешься пасти, потому что любишь повелевшего это». Златоуст. «Никакой нет загадки в словах моих, сказал я, напротив, они весьма ясны и просты.
Если бы я, имея возможность исполнять эту должность так, как хотел Христос, уклонялся от нее, то следовало бы недоумевать при словах моих. Но если душевная немощь делает меня неполезным для этого служения, то требует ли пояснения слова мои? Я боюсь, что, приняв стадо Христово здравым и крепким, и потом, по невнимательности, причинив ему вред, мне не прогневать против себя Бога, который так возлюбил его, что для искупления и спасения его предал самого себя. Василий сказал: «Это говоришь ты в шутку. А если не в шутку, то я не знаю, чем другим ты лучше мог бы доказать, что я справедливо скорблю, как не этими словами, которыми ты старался рассеять мое уныние. Я и прежде сознавал, что ты хитрил и выдавал меня, но теперь, когда ты усилился освободить от обвинений, я еще более уверился в том, и ясно вижу, до каких бед ты довел меня. Если ты устранил себя от этого служения по сознанию, что душа твоя недостаточно сильна для тяжести этого дела, то наперед нужно было устранить меня, хотя бы даже я сильно стремился к тому, тем более, что я сообщил тебе все мои намерения касательно этого. А теперь ты, заботясь только о себе, забыл меня. И, о, если бы только забыл, это было бы вожделенно. Но ты нарочито устроил, чтобы искавшие удобнее могли взять меня. Ты не можешь прибегнуть и к тому оправданию, будто людское мнение увлекло тебя и расположило подозревать во мне нечто великое и дивное. Я не принадлежу к людям, приобретшим удивление и славу. А если бы это и было так, и тогда не следовало бы людскую молву предпочитать истине. Если бы мы с тобой никогда не жили в близком общении друг с другом, то ты имел бы некоторую благовидную причину судить о мне по людской молве. Если же никто так не знал меня, как ты, и душа моя была известна тебе более, нежели самим родителям и воспитателям моим, то какие убедительные слова могут уверить кого-нибудь в том, что ты не с намерением ввергнул меня в такую опасность? Но оставим теперь это. Я не принуждаю тебя оправдываться в этом. Скажи, что мы будем отвечать обвинителям?» Златоуст: «Я не приступлю к этому до тех пор, — сказал я, — пока не оправдаюсь перед тобой, и хотя бы ты сам тысячекратно извинял меня. Ты сказал, что если бы я не знал тебя, и не зная тебя, довел тебя до настоящего положения, то неведение доставило бы мне оправдание, освободив меня от всякого обвинения. А так как я предал тебя не по неведению, но совершенно зная тебя, поэтому нет у меня никакой благовидной и справедливой причины к моему оправданию. Но я говорю совсем противное. Потому что в этих делах требуется строгое испытание, и тот, кто намерен представить способного к священству, не должен довольствоваться только людской молвою, но вместе с тем более всех и прежде всех сам должен удостовериться в его способностях. Блаженный Павел сказал: «Подобает ему иметь свидетельство доброе от внешних». Этим не отвергает нужды в строгом и верном испытании и не поставляет этого свидетельства главнейшим признаком достоинства таких лиц. Предварительно сказав во многом, он после присовокупил и это, показывая тем, что в избрании не должно довольствоваться этим одним признаком, но вместе с другими принимать во внимание и этот. Молва людская часто бывает обманчива, а после предварительного строгого испытания нельзя от нее опасаться никакой опасности. Посему, после прочего, он упоминает о свидетельстве от внешних. Он не просто сказал, подобает ему иметь свидетельство доброе, но прибавил и от внешних, желая изъяснить, что свидетельству внешних должно предшествовать строгое испытание. А так как я сам знал тебя лучше родителей твоих, как ты засвидетельствовал, то по справедливости я могу быть свободным от всякой вины. Василий сказал: «По этой самой причине ты и не мог бы оправдаться, если бы кто захотел обвинять тебя. Или не помнишь того, о чем и я многократно говорил тебе, и что ты видел на самом деле, как немощна душа моя? Не потому ли ты постоянно смеялся над моим малодушием, что при малейших заботах я скоро падал духом?» Златоуст: «Помню, — сказал я, — что часто слышал от тебя такие слова, и не отрекусь. Если же когда-нибудь смеялся, то делал это в шутку, а не по правде. Впрочем, теперь я не буду спорить об этом. Но прошу и тебя быть искренним предо мною, когда я стану припоминать о некоторых из присущих тебе добродетелей. Если ты вздумаешь обличать меня в неправде, то я не пощажу тебя.
Но докажу, что ты возражаешь более по скромности, чем по справедливости. И приведу во свидетельство истины слов моих, ничто другое, а твои же слова и дела. Во-первых, я хочу спросить тебя, знаешь ли ты, какова сила любви? Христос, не упоминая о всех чудесах, которые имели быть совершены апостолами, сказал, «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». А Павел говорит, что любовь есть исполнение закона, что без нее и дарование не приносят никакой пользы. Это-то превосходное сокровище, отличительное свойство учеников Христовых, превышающее дарование. Я видел крепко насажденным в душе своей и приносящим обильные плоды. Василий сказал, сознаюсь, что я много забочусь об этом и очень стараюсь соблюдать эту заповедь, но что еще и в половину не исполнил ее, это и сам ты засвидетельствуешь, если оставив лесть, захочешь говорить истину. Златоуст, итак, я обращаюсь к доказательствам, сказал я. И чем угрожал, то теперь и сделаю. Именно докажу, что ты хочешь быть более скромным, чем справедливым. Расскажу одно событие, недавно случившееся, не упоминая о прежнем, дабы кто не подумал, что я стараюсь давностью времени затемнить истину. Здесь самая близость времени не позволит мне прикрыть что-нибудь льстивыми словами. 412. Когда один из наших друзей, оклеветанный в проступках дерзости и гордости, подвергался крайней опасности. И тогда, как никто не призывал тебя и сам обвиняемый не просил, ты сам себя ввергнул в опасности. Так было дело. Но чтобы обличить тебя и словами твоими, припомни сказанное тобою. Когда такую ревность твою одни порицали, другие хвалили и превозносили, ты сказал порицателям, что делать? Иначе не умею любить, как жертвую душою моею, когда нужно спасти кого-либо из друзей, находящегося в опасности. Повторив, хотя другими словами, но в том же смысле слова Христовы, которые он сказал ученикам, определяя совершенную любовь. «Нет больше той любви, — говорит он, — как кто душу свою положит за друзей своих». Таким образом, если нет высшей степени любви, ты успел дойти до конца, и делами, и словами своими достиг самой вершины ее. Посему я и предал тебя, посему и придумал такую хитрость. Теперь убедил ли я тебя, что не из зложелательства и не с намерением ввергнуть в опасность, но предвидя пользу, я привлек тебя на это поприще? Василий сказал, итак ты думаешь, что для исправления ближних достаточно силы любви? Златоуст, большей части, сказал я, она весьма может содействовать этой цели. Если же ты желаешь, чтобы я привел доказательства и твоего благоразумия, то приступлю и к этому, и докажу, что ты благоразумен более, нежели сколько любви обилен. Василий, при этом покраснев от стыда, сказал, касающийся меня оставим теперь. Я и вначале не требовал от тебя речи об этом. Если же ты можешь сказать что-нибудь справедливое для внешних, то я с удовольствием буду слушать. Посему, оставив этот пустой спор, скажи, чем мы оправдаемся перед прочими, как удостоившими тебя чести, так и перед теми, которые... сожалением смотрят на них, как бы на оскорбленных. Златоуст. Я и сам, сказал я, спешу перейти к этому, так как с тобой я кончил речь, то обращусь и к этой части защиты. Какое же их обвинение, какие вины? Говорят, будто избиратели оскорблены и унижены тем, что я не принял чести, которые они хотели почтить меня. Но, во-первых, скажу, что не должно думать об оскорблении, наносимом людям, когда уважением к ним мы поставляемся в необходимость оскорбить Бога. И для самих огорченных оскорбляться этим, я полагаю, не только небезопасно, но и весьма вредно. Людям, посвятившим себя Богу и взирающим на Него одного, по моему мнению, должно быть столь благочестивыми, чтобы не считать оскорблением, хотя бы им тысячу раз пришлось испытать это огорчение. А что такая или другая какая-нибудь дерзость не приходила мне и на мысль, это видно из следующего. Если бы я дошел до этого по гордости и честолюбию, как некоторые клевещут, о чем ты неоднократно говорил, и тем подтвердил бы мнение обвинителей, то я был бы весьма несправедлив, презрев людей, достоуважаемых и великих, и притом благодетелей моих. Если оскорбление, нанесенное тем, которые не сделали никакой несправедливости, достойно наказания, то люди, добровольно желавшие оказать почесть, какого не заслуживают почтения? Никто не может сказать и того, будто они, получив от меня малое или великое добро, сделали воздаяние за это благодеяние. Какого же заслуживало бы наказание воздаяние противным тому?
Если же это никогда и на ум мне не приходило, но с другим намерением я отклонил от себя тяжелое бремя, то вместо того, чтобы извинить, если не хотят оправдать, почему обвиняют меня в том, что я пощадил душу свою? Я так мало был расположен оскорблять этих мужей, что и самым отказом, думаю, почтил их. Не удивляйся, если слова мои странные, я скоро объясню их. Если бы я был рукоположен, тогда, если не все, то считающие за удовольствие разносить худую молву, могли бы подозревать и говорить много и о мне, и об избравших меня. Например, что избиратели смотрят на богатство, что предпочитают знаменитость рода, что возвели меня на эту ступень за мою лесть, и даже не зная, не стал ли бы кто-нибудь подозревать, что они подкуплены от меня деньгами. Сказали бы, что Христос призывал на эту должность рыбаков, делателей шатров и мытарей, а они отвергают людей, питающихся дневной работой, а того, кто занимается мирскими науками и проводит праздную жизнь, принимает и превозносит. Почему они пренебрегли мужей, много потрудившихся в делах церкви, а того, кто никогда и не прикасался к этим трудам, но всю жизнь свою истратил на суетные занятия мирскими науками, вдруг возвели на такую почесть? Так и еще больше того могли бы сказать, когда бы я принял эту должность. Но теперь нет. Всякий предлог злословию отнят. Ни меня в ласкательстве, ни избирателей в мздоимстве не могут обвинять. Разве кто захотел бы просто безумствовать? Как может употребляющий лесть и страчивающий деньги для того, чтобы получить почесть, уступить ее другим, когда следовало самому получить? Это было бы похоже на то, если бы кто, много потрудившись над землей, чтобы жатва его изобиловала плодами и точила были переисполнены вином. После многих трудов и больших издержек, когда нужно пожинать плоды и собирать виноград, предоставил другим воспользоваться этим плодородием. Видишь ли, что хотя бы такие слова были и далеки от истины, однако желающие имели бы предлог клеветать на избирателей и говорить, что они сделали избрание не по здравому рассуждению. А теперь мы не позволим им и слова сказать, и даже просто уст открыть. Это еще больше того было бы говорено в начале. А после, по вступлению в самое служение, у меня не достало бы сил каждый день оправдываться перед обвинителями, хотя бы все поступки мои были безукоризнены, разве пришлось бы в чем-нибудь погрешить по неопытности и по незрелому возрасту. Теперь я избавил избирателей от этого обвинения, а тогда подверг бы их бесчисленным укоризнам. Чего не сказали бы? Несмысленным детям они поручили столь досточтимые и великие дела. Погубили стадо Божие, забавой и посмешищем сделали христианство. Но теперь всякое беззаконие заградит уста свои. Хотя тоже могут сказать и о тебе, но ты делами своими скоро докажешь, что не должно судить о благоразумии по возрасту и отличать старца по седине, и не всякого юного отстранять от этого служения, но юного по вере, новокрещенного. Между тем и другим большая разница.